Приветствую вас, уважаемые подписчики. Вы находитесь на нашем канале Мотоэлектроцикл. С вами Юрок. Сегодня в нашей мастерской завершили реставрировать мотоцикл BMW R35. Вы таких наверняка на нашем канале уже видели немало, и были они разных выпусков, разных серий. Вот это конкретно у нас изготавливалось для того, чтобы на ней ездить. Один из самых приятных для меня мотоциклов. Производился он в Германии, значит, различными кусками времени. Сначала до войны, потом после войны, потом, значит, его делали в ГДР. Видоизменяли всячески его разного. Внедряли сюда подвеску, внедряли сюда различные выхлопные системы, различные фары и так далее. Но все равно конструкция именно 35-ки осталась неизменной. И вот такой вид конструкции очень надежный и очень неприхотливый. Поэтому до сегодняшних дней эти мотоциклы до сих пор доходят. И доходят в хорошем состоянии, несмотря на то, что многие из них повидали войну. Ну, многие из них повидали ужасное отношение к себе, ужасное отношение к технической части, к эксплуатации, но все равно дожили до наших дней. Несмотря на то, что есть, конечно, на них какие-то там болячки, но это совершенно несущественно, если сравнивать с какими-то современными мотоциклами, которые, бывает, не доживают двух сезонов. В первую очередь поставили сюда генератор от М72, то есть он сюда внедрен и выглядит на самом деле очень даже неплохо. Здесь стоит новодельный китайский карбюратор, который является копией оригинального карбюратора от BMW R35 и, в общем-то, очень хорошо себя здесь чувствует. Поставили сюда современную бобину, поставили сюда новый абсолютно спидометр, в общем-то, и в остальном она осталась оригинальной. BMW этот в данный момент завершен, значит, все абсолютно работы по нему выполнены, делался он у нас долго, делался у нас неспешно, но старались сделать так, чтобы он действительно хорошо передвигался. Значит, этой BMW занимался наш Дима. Дима сделал уже у нас много разных интересных мотоциклов, и, в общем, вот это очередное его, так сказать, творение. И с БЭХой, конечно же, дела обстоят в последнее время очень тяжело. То есть, скажем так, лет 5 назад собрать BMW было относительно просто. То есть можно было просто взять и купить донор, например, или купить какие-то бэушные хорошие запчасти. Сейчас уже на просторах нашего бывшего Советского Союза ничего не осталось. То есть все, что могли, выгребли, а ценники на доноры от BMW начинаются там чуть ли не от 500 000. Однако в нашей мастерской мы наладили поставку запчастей из Европы, и поэтому детали есть. Много чего мы изготавливаем сами, то есть начиная там от резинок руля, резинок подножек, там, заканчивая выхлопной системой, различными там фонарями и так далее. Все это мы делаем теперь уже сами. И поэтому, в общем-то, заказывая у нас BMW, получите в том виде, в котором вы хотите ее получить. Всем пока!